Запорожская область насчитывает 17 тысяч зарегистрированных безработных. Такую цифру официально огласили в Государственном центре занятости. Это только один из разделов социальных замеров жизни, которые скрупулезно ведут и отслеживают специалисты Главного управления статистики труда и зарплаты Запорожской области. Есть ли тенденции к сокращению безработицы и насколько остро это отражается на рынке труда, вы узнаете из следующего сюжета. В Запорожье снижается уровень безработицы. С начала текущего года в области создано более 11 тысяч рабочих мест, как заявил на недавней коллегии облгосадминистрации губернатор региона Борис Петров. По статистике, количество зарегистрированных безработных по сравнению с началом года уменьшилось на треть и на 1 июля составляет 17 тысяч человек, сообщил Государственный центр занятости. Уровень зарегистрированной безработицы в области на сегодняшний день составил 16% лиц в трудоспособном возрасте. На предприятиях в области с численностью 10 человек и более было занято 466 тысяч человек. Наблюдается недостаточно эффективное использование рабочей силы. Людей отсылают в отпуска. В июне месяце размер среднемесячной заработной платы по области составил 2305 гривен. Это более чем в 2,5 раза превышает размер прожиточного минимума для трудоспособного населения, который в июне этого года составлял 884 гривны. По сравнению с маем текущего года, заработная плата в области возросла на 8%, а если сравнивать июнь 2010 года с июнем 2009 года, можно сказать, что заработная плата возросла на 23%. О покупательской способности заработной платы говорит показатель реальной заработной платы, который формируется под воздействием уровня инфляции. Так, в июне месяце размер реальной заработной платы по сравнению с маем месяцем возрос также на 8%, а по сравнению с июнем прошлого года на 15%. Негативным явлением, которое характеризует социально-трудовые отношения в области, является наличие на предприятиях области задолженности по заработной плате. На протяжении июня месяца общая сумма долга по области уменьшилась на 6%, и на 1 июля текущего года задолженность по заработной плате составила более 67 миллионов гривен. Но несмотря на позитивную динамику, которая наметилась в июне месяце, радоваться все-таки рановато. Так как по сравнению с началом года задолженность возросла на 9 миллионов гривен. Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, на 1 июля составляет 14 тысяч человек. Это меньше на 3 тысячи человек, чем в 2009 году. В среднем же каждый из этих работников не получили заработную плату в размере более 2 тысяч гривен. Радует то, что на рынке труда наблюдается определенная стабилизация. Экономика выходит из кризиса. Люди, которые оказались за рынком труда, постепенно уже возвращаются на свои рабочие места. Хочется верить, что эта тенденция будет набирать силы.